прошлой зимой целые деревни оспой заразились. Так коновалы эти больных живьем резали. Ох, боги им такого не простят. Держи. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Поди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Thank you.
Не знаю, что там делалось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Просто замечательно. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой.